Всем привет, друзья, это канал Ублиц. В общем, мы продолжаем играть парно в Супер Меч Чемпион Я с моей командой. 200 в общем, человек. Давайте начнем. Друзья, поздоровайтесь. Всем привет. Ну чё, погнали? Здорово. Чё? Я готов, бля. Получать пизды. Готов? Ну, ну что да. Ж. Плов готов. Не, не ты один. Так. Мне всё-таки в Альфа Тауэр надо загонять. Бля, ну погнали тогда, там высадимся, чё. Дайте я изгонять на Альфа Тауэр. А, ну. И открыть там Примари Сапли Крейт. Три раза. Соберем пока награды, пока чё. Ну, вообще некрасиво, выбирай самолет, быстро. Да нихера как бы, бля, я на самолете. Ладно, а, за сейчас... нами и Сири, что ли, смотрел? Да, походу. Ну, чё, пизда-то. Я тогда вот так сделаю, нафиг. Завидуй. Чему? Тим. И чё? С-класса. И чё? На Андромеду. И чё? Завидуй, завидуй, давай. Ну, ладно, окей, давай я скажу, что я завидую, хорошо. Так спокойнее да. Станет? Да-да-да, ещё вот так вот. Да, блин, вот так в меха запрыгну, да? Подожди, я 20 тысяч накоплю, я куплю себе круглого шарика. Я того маленького робота возьму. Для задания. Чего тебе Лолит нравится, блять, а? Мне для задания он нужен. Ну, возрадуй. Смотри, у тебя везде Лоли. Маленький робот, маленького персонажа хочешь. А что, Серёги нет? Ты топ-3. Помеха. Я и помехам, и там, что ли? Подожди, подожди, подожди. Да, 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 и там ты топ. Там среди мех. В натуре, Серега, смотри. Точнее, среди мех ты топ-2, а среди людей ты топ-3. Я просто это надо просто где-то забиться в пещеру куда-нибудь. Чтоб меня не видели. Охоту объявят. Ну да, такие, как я, найдутся. Знаешь, любители посмотреть, кто на топ, и просто искать этих людей, короче. Просто по всей карте. А? Чё? В Вайоми Кастл тебе надо было? Альфа Тауэр. Альфа Тауэр? Это, блядь, где? Альфа Тауэр, это, да? Это надо просто сейчас выпрыгивать, одеваться и туда. Ой, бежать, бля... пешком. Чё, пешком побежим туда? Но у нас выбор есть, блядь. Время-то... Я думаю, его нету. Чё говоришь? Я думаю, выбора у нас нету, блядь. О, попал, попал, попал на голову. Мы уже как бы выпрыгиваем. Ты где попал на голову? Так, ну вы-то пока в мехов садитесь, я еще по стадиону бегаю вообще-то. Ну мы как бы уже выпрыгнули, если что. Вот все, короче, оставь меня вот, вот здесь ты вот. Ты что, опять вылетел, что ли? Нет, нет, нормально все. Дома залетаем, захватываем оружие. И бежим туда, короче. Ну, Рэмбо стайл. О, гитару нашел. А я сразу люблю окна ломать. Я сейчас, конечно, умру, потому что ни хрена не нашел. Ну, не ты один такой, не переживай. Слушай, я знаешь, что нашел? Ну давай, скажи. Фиолетовая. Снайперка? Да. Которая моя? Которая, да. Бля. Ты же дашь мне ее? Ну я тебе и не отдам, у вас документов нет. Блять! Так, рядом движение начинается. Тут уже, блять, один решил испытать свою удачу и напасть из-под тишка. Так, народ, короче, надо сейчас словиться и перемещаться. Я снайперку тебе дам сейчас. Давай, сейчас, только подожди, я тут облутаю еще до конца. У меня из брони только зеленый шлем, блядь. Серега, тут снайперка и зеленая, но твоя, которая. Да не, не надо. О, я нашел золотой сундучок. И синие ноги. Я надеюсь, блядь, не в золотом. Ну че, в гопников-то пойдем играть, нет? Ты же любишь войну и так далее. Пойдем. Спрыгивай вниз, на. О, Диман, Вальки, братан. Привет. О, вот это мне сойдет, погнали. Погнали. Тут уже это война идет, слышите? Да, 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 я так и понял.
Мне в Альфа Тауэр надо попасть срочно. А мне надо нормально залутаться, я чувствую себя бомжом просто. Так сейчас отожмем что-нибудь. Ты там с кем уже... А, блядь. Уже отжал чё. Я же тоже в него стрелял. Сука, вот я конч. Ладно, бывает. Так, все. Так, надо стейт. Блять, стейт у меня кто-то скоммуниздил. Привет. Ты видел скейт? Да. У меня стейт скоммуниздили просто. Я этого чего замочил, так сказать. И тут я подбегаю. Привет. А он такой, привет. И музыка такая. Привет, Димон. И все. А, там «Привет, Андрей» была песня, и, кстати, у нас Андрей есть, которому можно эту песню посвятить. А того чувака действительно Андрей зовут? Не знаю. Ну ладно, для нас он останется навсегда Андреем. Для нас он Андрей Куе, наверное. Ну да, ты хотя бы запрыгнул на здание, я-то, блядь, на мост, я-то, блядь, не смог. Так, где ты, где чувак бегает, а? Ребят, 30 секунд, мне туда надо попасть, у меня стейта нет, ничего нету. Все, обломалось, походу, да? Я тебе говорю, не получится у нас туда попасть. Ну далеко. Понимаешь, если бы мы нашли скейт... Я нашел скейт, я же на скейте... Или сразу же туда побежали, а не как мы там, давай то, вот, давай это, давай туда-сюда, ем, а давай всю зелень соберем. До туда добежать, что ли, или что? Мне надо там крейты пооткрывать в этом здании. В Альфа Тауэре. Допустим, я здесь. Я слышу выстрелы где-то рядом, кстати. Беги тогда туда. Просто там не лутайте криты и все. Мне крит. Я тут. А, это ты. Окей. Я потому что не помню, какие именно криты, мне все просто все сундуки надо там открывать. Короче, ладно, беги туда, я сейчас тоже там уже на подходе. Я просто выстрел услышал, но как бы никого там рядом не было. Золотые сундучки мне можно открывать? Нет, нет. Блять. Мне все нужны сундуки. Нечего так бомжить ходить. Ну, я буду их открывать, а ты их лутай на здоровье. Блядь, ебать тебя челлендж, просто открыть все золотые сундуки, охуеть. Слушай, тут это, кто-то возле меня, хочешь повоевать? Да, я уже обхожу. О, я нашел все робота, зашибись. Будет на чем отсюда убегать. Никого не вижу. Да где все там? Там васаби кого-то завалил у нас. Фиолетовые сундуки-то можно открывать? Человечка. Я вас на этой стороне просто ждать буду, потому что я просто не побегу до вас. Это очень долго. Мне просто вот интересно, где все сундуки? Ты собрал, что ли, капец? А тут три. Возле меня тут два красненьких есть. Красненькие это что именно? Ну, для мех. Вот мехи-то собираю, мне сундуки нужны, ну, это компьютер. Тогда. Ты против кого там, блядь, опять воюешь-то? Да, а? Тут просто рядом с тобой пробежался чувак, знаешь, такой. В смысле, сынок, я вообще здание обходил, как бы. Он из здания этого вышел, где ты выходишь. В смысле, блядь, нихуя, он ниндзя, блядь. Я тебе серьезно говорю, он просто из здания вышел такой, я смотрю, ты там тусуешься, думаю, ну ладно, говорю, там никого не будет, наверное. То смотрю, он такой, знаешь, выходит такой, на меня смотрит, я тебя нашел, наверное. Ну, извиняюсь. А чё он там вообще долго лутат? Сундуки-то вообще есть? Потому есть, что... но я какие собрал, я не знаю, не помню, какие нужны именно. Там золотой еще есть на пригорске, ты можешь взять. Мне бы еще увидеть, где он. Он рядом с тобой, нет? А, нет, он там на другой стороне, пошли покажем. Слушай, тут чувак бежит где-то. К Сереге, что ли, он? Не знаю, я никого не вижу. Ладно, валим отсюда тогда. Я там некоторые сундуки открыл. Бля, я там золото этот пойду подберу. Ну, подбери. Я просто пока его искать буду, у меня зона, блин. Кстати. Я открыл? Да. Ну, все, значит. Я со Серегой тебе скейты нашел, если их надо. Нет, я на скейте. Робот есть, надо. Не долетел. Сука. У меня синяя винтовка, а Серега есть твоя. У меня фиолетовый. О, замечательно. Я не удивлюсь, если как тогда, короче, в воде кого-нибудь найду, блядь. У меня тут доставщики уже поработали. Додо пицца. О, Серега, с твоей стороны кто-то был. Да. Не, сейчас же Сбер доставка же есть. Вот Сбер доставщики зеленые бегают.
было. Не хочу ничего сказать про Сбербанк, чтобы, короче, мне потом, не знаю, ничего не кинули, предъявил какой-нибудь. Ну как банк, это самая традиционная хуета, которая только есть. Знаешь, я тебе скажу, что из всех банков, которые у нас есть, он еще более-менее на самом деле. Не знаю, я Тинькофф пользуюсь и более-менее так, блядь, ну. Так, Тинькофф. Пацаны, в китайском дворике. Да, в китайском-то дворике понятно, что они сейчас будут. Серега, О, это мне компьютер там лежит. Так, на самом здании наверху. Там кто был на самом здании? Человек? Нет, меха. Меха? Тогда нам вообще отсюда вылететь надо, чтобы с этим мехой не сражаться. В его территории. Поздно. Поздно. Поздно, да. Тут еще один появился, ребят. Тут их два. Еще кто-то стреляет вон. Я тут одного задраконил, на все хп считай. Ребят, помогайте. Помогаем, помогаем, как можем. Блять, меня забрали. Я его тоже забрал. И куда он приземлился? Он к тебе полетел. От сука. Не ко мне, он, блядь, надо мной, сука. Да блин. Да прикол, кто по мне стреляет? Бля, он где-то на крыше, короче. Забрал. Наверху, наверху, наверху. Еще что ли один где-то? Вон человек бегает. Надо мной что ли? Да уже внизу бегает. Бля, хуеть. Так, Серега, я Серега, не понимаю, где что. Мне чинилки срочно нужны. О, курьер мне 5 чинилок доставил. Ну это отлично. Где, так. Блядь, никого не вижу нихера. Здесь остались один человек, один эхо. Серега, это не ты передо мной? Это не ты передо мной. Ну, пацаны, я лечу. Ставь, я, блин, не того еще... Я не того еще меху взял, короче. И он разворачивается, и куда он полетел? Он глупец. В зону? Да нет, не в зону. Нам, кстати, о, надо в зону. Два достижения, Гранд Сталкер и Сталкер. О, 4 лечилочки, вообще отлично. Ну, хоть что-то в них полезное было, да? Хи-хи-хи-хи-хи-хи, я летаю. Ну, крайне неудобное оружие у нее. Ты кто, Артемида, что? Ой, Аврора. Аврора, ну. Кто-то там забрал сундук золотой. Наказать? Да. Кстати, я хочу копьем в кого-нибудь попасть. А он просто со временем взрывается. Ну это я знаю, я видел, кстати. Чувака копьем попали, просто разнеси за раз. Блин, слушай, смотри, как она прикольно выглядит в черном костюме. Но мощненько. Прям агрессивно выглядит, но ей не нужен этот, ей нужен лук быстро, а не вот этот арбалет, который пиу-пиу-пиу, блин, знаешь. Это ужас какой-то. Так, народ, а куда мы направляемся? Эту не гору... знаю. Эту гору пока занимаем. Ну окей. Осталось 39 человек, друзья, и в общем, как-то мы еще держимся. О, вижу! Firefox! Я вижу не Firefox, я вижу вот этого. Да блин, Димон, да ты... Как ты... Я снайпер. На, копье! Против моего, блядь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Эй, Серега, летаем, 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 разлетаемся, разлетаемся. Чтобы он это закипишевал.
Так. Не, слушай, вот она прикольная на самом деле. Coral Model 2. Неплохо. Там, кстати, вон этот оранжевый сундук лежит. Вот я его уже тоже заприметил, но там где недавно подобрали такой же сундук, и мне кажется, мы возле него найдем... Серега кого-то нашел, что ли? Да. А, это пилот, который из этого, из Firefox вылетел, наверное. Нет, я его добрал, который из Firefox вылетел. Ну, значит, из другого, которого мы убили с Серегой, там второго. Ну, возможно. Так там два Firefox было. А, да? Да. Слушай, 26 человек осталось. Ну да, мы пока еще держимся, пацаны. Может, там боты? Так, еще телепорт сюда из Митсу Хот Спринг. Походу сюда, ребят, будут телепортироваться сейчас. Караулим. Кстати, что там, нашел что-нибудь, нет? Не, интересно, ничего нету. Посмотрите, может, что нужно кому-нибудь. Тут лечилка, может, полная есть. О, этот есть, как его, модуль. Фиолетовые ноги. Я пока вообще никого не вижу. Я хоть могу теперь летать, Серега. Не того взял, конечно, но я могу летать. Народ, зона сужается. Я, ну я вообще никого не... А, нашел. Вон он, туда падает. Вниз упал. Да, вниз пал. Скейтбордист хренов. На тебе копье. Блять. Как я сочувствую таким людям. Вон еще одна. Хе-хе, копье поймало. Взрыв. Сплошные взрывы. Так, тут где-то еще кто... А, это, блядь, паучок. Сука, тагрился на меня. Можно с него что-нибудь вывалиться, кстати. Ну да. Слева от меня кто-то... Снайпер. Да, да. И он именно в меня стреляет, а задолбали уже. А он неоднократно попал, так что не переживай. Так, там еще один. Я его нормально так разоможил. Попал копьё, смотри! Его закоротило. Артур разбил? Да, он, короче, полетел такой на скорости. Я копью ему на это. Еще один. На опережение. Это этот, как Серегин. Ну да. Вот, закоротило с копьем. В дом заходит. Нет, не заходит. Серега, тут несколько, помогайте. Ну да, они тут на этих роботах. Один в доме. Он на меху сел, ну ладно, минус меха просто, блядь. Блядь, копье кинул зря. Куда она улетела? Нашел. Тут этот робот, ребят. Да, это был последний из их команды. Так, друзья, нас осталось трое и врагов осталось трое. Как думаете, это фулл пати или как? Нет. Врагов осталось двое. А, уже один. Уже один, я тут одного замотал. Че, ладно, будем сейчас держаться вместе, че? У него, кстати, автомат был, пулемет. У меня здесь летает, летчиц, залетчиц. Да, вижу. Где? Я ее не вижу даже, Серег, где ты ее бьешь? Да вон она спускается вниз. А, уже нигде не спускается. Так, Серега, MVP пойди. Да, да. Нет. В смысле, у меня пока что ты, Серег. У меня наоборот показывается, что ты. Блядь. Серега MVP. Ёбаные лаги в этой игре. Серега, ты MVP. Че выебываешься? А, нет, нормально. 9-6. Ну там 0-10 смотри, бегаю чисто за мелкими. Ну да. Так а чё, если, блядь, за ним не бегал, они потом опять переезжают. Знаешь, игра Duck Hunt. Нет.
Там собака за утками бегала такая. Ну, мне кажется, я та же самая псина, которая бегает за персонажами. Да, вот, короче, они улетают, и за ними носишься. Ну, а чё бы и нет. Так, стоп, мне же оставалось две звезды. Чё за прикол? Ну вот, всё, не судьба. Сейчас, типа, опять остаются две звезды. Блин, Альфа Тау, Примари, Сапли, Крейт. Надо, Примари. Три штуки. А, Примари, это, по-моему, фиолки, да? Да, скорее всего. Ну так полетели, чё ждём? Ну, погнали, чё. Капец, я её случайно взял, и она нам затащила. Мне надо их, короче, еще MVP взять два раза. Тот... Ты, кстати, Серега, видел момент? Нет, с этим-то, с всякого, господи, с Артуром. Он такой разогнался, капец, ловил его за каратило. Не повезло, пацаны, сегодня, не повезло. Я ему как бы на опережение кинул, прям в это копье влетел. Она как бы, да, она неплохая, но она... Как саппорт, скорее всего, наверное. Блять, все-таки вопрос. Ну смотри, не зря же, короче, вот этот свадебный скин есть, да? И он написан Валентин Сюрприз. Блять, он что, раз в год, что ли, появляется? Я не понимаю. Скорее всего. Че, это же, блять, нелогично, нихера. Это логично. У китайцев всегда такая фигня присутствует. Конченые дебилы. Хэллоуинские скины только в Хэллоуин там, да? Не, это, блять, понятно. Типа то, что смотри, на какие-то ивенты там, да, как Хэллоуин, можно что-то вкусное выиграть. Но, блядь, если скин имеется в продаже, почему бы его периодически не запускать? Как бы они просто, чтобы он висел, типа, смотрите, вы можете его получить, но хуй знает когда. Ну, типа, как так? Хэллоуинский тут так же будет показываться, считай. Блядь, ну это тупо. Просто тебе показывают, что и жди там 14 февраля. Надо сейчас наебало, короче, взять. Сейчас смотри, опять это Альфа Тауэра будем, не знаю, за 3-9 земель. Ну, нет, смотри! Смотри! Диман, ну офигеть не встать, мы уже с тобой вдвоем в топах. Бля, идите вы в жопу. Ты серьезно, что ли? А если... Вы, кстати, еще среди игроков топе. Народ, найдите меня, попробуйте. Вы еще среди игроков топе. Оба, что ли? Да. Я на первом. Бля, пацаны, идите вы в жопу, я так не играю, короче. Но мне Серега, найди меня, попробуй, где я бегаю. Ты под землей. Ты в тех тоже появился. Да. Ну, блядь, баги, приколы, фейлы, все такое. В общем, как обычно. Главное, чтоб ты исподил. А, все, пацаны, вас сместили, вы теперь не на первом, не на втором месте. Ну, бывает и такое. Помнишь, чувак, скин чувака в механическом костюме, вот этот Ивана, который, вот он на нем на первом месте. О. Мне пофигу, я бегаю внизу. Блять, я все никак не могу, короче, этот сделать. Превьюшку, да, типа, потому что один под землей бегает, второй где-то там, блядь, бегает. Пацаны, вы издеваетесь. Ну, сделай превьюшку, что там, знаешь, ник под землей бегает, и привет, блядь. Ну да. Из-под стадиона. Чувствую, сегодня, блядь, запись будет минут на 30-40. А, блядь. Альфа Тауэр. А, все, мы, короче, к нему уже летим. Да, сразу же, вон она большая, видишь, вот это Альфа Тауэр. Да. Мы до нее не добежали, по-моему, даже тот раз. Теперь меха. Не добежали. Не, я добежал же. Дай угадай, сундучки подбирать нельзя, да? Да. Да пошла так ты в жопу. Серьезно, как так-то? Фиолетовые, если найдешь, я их открываю. Блядь. А золотые? Даже сейчас я скажу. Не, значит золотые все-таки, фиолетовые, блядь, можете. Да ты определись, как бы. Не, я посмотрел фиолетовые, как называется. Че, вообще нигде больше сундуков нету, вы че? Я тебе так скажу, блядь, там, где я вылазился, в принципе, и нашлась броня, один автомат. Так, фиолетовый сундук здесь. Сука. Не, фиолетовый открывай, Серега, это Moderate. Moderate, Supply Create. Название не то. Мне кажется, самым бомжеватым сегодня снова буду я. Я просто сейчас бомбану от того, что ничего не подберу, и просто побегу воевать уже с тем, что есть. Воу-воу-воу-воу-воу. Чё там, Серёга, у тебя? Какой-то... Слушай, у меня здесь золотой сундук внизу на первом этаже. Ага, я к тебе иду, к тебе там боты напали, да? Ко мне? Да. Он мой, блядь, не трогать. Ну ты писька. Я с дробовиком его.
Где ты говоришь сундук? Вот, где я стою прям. Ну хоть что-то полезное у него было, так это блядский скейтборд. А, вон, господи, ты нифига себе где далеко, это вообще за Альфа Тауэр-то засчитается? Так это и есть Альфа Тауэр территория. Ты в этом уверен? Ну, будем на это надеяться. Ладно, окей, хорошо. Вот я поставил меточку на него. Я, кстати, тут бота с этого, с дробовика размотал. А, здесь, короче, этот, ракетница лежит. Не, это Дуэнси Цаплер, а мне примари нужен. Который? Трехстволка. Чего? Какая трехстволка? Ты о чем? Там фиолетовый шлем вот тут, короче. Я бегу, блядь. Мне пришло найти вход в здание, короче, да пошло все нахуй. Почему у этого здания только два боковых входа? Синие ноги и фиолетовый шлем там, ребят. Мне фиолетовый шлем нужен, я и лечу. Блять, с кем воюю? Есть гитара фиолетовая там для задания, кому надо. Я вообще не понимаю, что за... Шлем подобрал всё к себе. Смотри, кто за тобой, Серега, бегал. Он что хотел меня, с чего убить-то? В упор хотел тебя с чего-то убить. Вот козлина. Еще один, Серега. Блять. Я хочу врага. Снайперка, Серега, фиолетовая. А, вот она у меня здесь, снайперка фиолетовая. Я все пытаюсь фраг сделать, но то, короче, Диман, ты, короче, заберешь, да? То, блядь, заберешь ты, Серега. Че за хуй-то? Так, я не понял. Там он бежит, короче. Иди забирай, это твой фраг. Да, Диман. Не успеет. Я с дробовиком за ним бегу, знаешь. Есть такой фильм трешовый. Бомж с дробовиком, знаете, нет? Нет. Бомж с дробовиком? Трешовый фильм, вообще трешовый. А есть у кого-нибудь еще самокат? Есть стейт у меня. А, у меня, к сожалению, я бомж. Серега, на стейт. Как бы прискорбно это не звучало, но у меня все хуёво. У меня все фигово, потому что нет, задания не могу получить. Мы на ту сторону перебираемся или чё? На. Так, нет. На чё? А нам зачем? Мы в зоне. Причем в центре. Блять. Ну лут-то где-то нужен. Ну поехали, вон, видишь, перед нами еще целый город стоит. Кто ну, он ну, там? Ну, кстати, да, погнали. Тюринг. Ну, если что, эта сторона наша, как бы мы ее оккупировали, пошли все нахуй. Да, да. Так суровы, но такова реальность. О, вот так бы в раз поиграть, что, знаете, такая команда здоровенная, и там оккупировали целый остров. Ну да, кстати. Я в Сталкер онлайн бы поиграл. На движке Гаррис Мода. Не, я смотрел последнее обновление, типа там все сейчас хорошо сделали, как бы все локации, которые, допустим, есть, и также все пооптимизировали нормально. Да? Ну да. Неплохо. Как бы можешь идти в любую фракцию, как бы точно так же, можешь занимать определенные территории. Хорошо, вот ты сказал, давай обыщем этот город. Блять, тут все двери закрыты, алло. Типа, в смысле? Я тут, блядь, еду, тут все двери закрыты. Ваншот. Так, еще кто-то. О! Я кольцо нашел. Саурона? Меха Reset Union. А я, кроме, блядь, зеленой брони, тут больше ни хера не вижу, друзья, ни хера. Так я его нашел-то с Уольти, который тут мимо пробегал. Она все собрала, скорее всего. Меха. Где? А, вижу. Вон, видишь, откуда летят ракеты. Вот там меха. Да ё-моё, вниз еще упал, а? Ну зашибись. Вот там еще один меха. Бум. Минус, блядь. Догоняй, давай. Вон он полетел. Догоняй. Догнал, смотри. Не убегал, еще никто не убегал. Ну ладно, были случаи, убегали. Так, тут, короче, еще кто-то ходит. Еще меха появляется. Тут, кстати, кто-то ходит, вот, ребят, реально. Вот не надо резко так подлетать ко мне сзади. Ты про меня? Я да. Еще одну Вольку нашел. Где Лоли? На минус Лоли. Уже.
Тут две ольки пробегали, одну с дробовика, другую с автомата пристрелил. Нормально. Обе в ковбойских прикидах были, кстати. Так, два движения. Вон она, вон она. Ну, бля, я как всегда вылез с... О, я нашел гидру. Она просто, бля, здесь лежала. Да как? Дружище, дружище, не стреляй в меня, не стреляй. На нахрен. Бля, я не успел. Слушай, давай поменяемся, а? Давай, 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 давай. Чё? Не смотрите на меня. Я перекати поле. Позади нас? Позади нас. Жирный уебан. What the fuck? Какой ты... ножку ему отстрелил. Он такой, я в безопасности. Вон он спускается. Иди догоняй его. Я, ты видишь, на чем я, блядь? Так догоняй давай, ты же нас догоняешь. Отдай гидру и догоняй. Отдай гидру и догоняй. Ты в кого опять стрелял? Ну, Серега-то нашел кого-то. Что-то вали не развелось, смотри. Да пиздец. Что, зависть, да, берет? Мелочь. Да не, у меня немножко. У меня немножко осталось, да, чтобы купить такую. Вон там, кстати, куда-то улетела, я ее не видно теперь. Ну да, только снайперка, если... Вот она. Где? Вот она была. Ой-ой-ой, это что там такое, а? Просто, блядь, куда? Снесли ебло. Че он захотел? Вон она, на крыше. На какой? Вон попал куда, я видели, нет? Нет. Да, вижу. На окне там где-то она застряла. Уже нет. Вон она спустилась. Это... Еще кто-то есть, слышите? Нихуя ты, мразь! Три. Целая пачка. Три мехи? Да. Топер. Пацаны, это топер. Так, вы, может, мне поможете немножко, а? А я что делаю? Так, кто-то меня поливает. А, так это еще один здесь. Так, ладно, ретируемся, ретируемся. Там еще этот роб... Как его? Да, да, да. Так, блядь. 30 секунд без смеха. Выноси того, он, короче, блядь, вообще хуевший. Просто, блядь, пол ебла мне снес, короче, да? В настройке был один, аккуратнее. В настройке? Да, и один на горе, один на горе. Охуевшая лолька, блядь, а? Так, у меня перезарядка была, гидресори. Еще. Ебать тут замес, да? Веху. Так, что-то меня подлагнуло прям. Где люди теперь все? Вот людей искать только остается. Меха три Серега расшатали просто. Если не больше. Что, нашли, да? Бля, у меня перезарядка всех оружий, блядь. Ну как так можно было, а?
Вот тут на стройке кое-кто спрячется. Да, я понял. Меня показывало. Минус один. И еще кто-то был. Капец, ну что-то их прям здесь нормально подвалило-то. Ну да, кстати, мы прям такой неплохой замес устроили. Тут твоя любимая снайперка вон на этом. Желтая. А, это не снайперка показалась, это господи. Это другая херня. Так. Это базука. Вон там, смотри, вон. Я проверю тут одно здание. Помогайте. Бегу. Так, ладно, помогайте мне вот этих вот. Летчик. Хотел на медведя напасть, ну да ладно. А чё, не есть, кстати, меня атакуют, если... Не знаю, кстати. Опа, там еще. Васаби, помогаю. Хотя не знаю, помогаю я или нет, потому что, бля, я ни одной ракеты не попал. Тебе приземлился. Блин! А, все, я был вооружен не тем. Меня убьют сейчас в здании. Да, все, убили в здании. Наблюдаю за вами. У нас один остался. Двое, это жестко прям было. Этого-то добей. Че, Дима, тебя тоже вывезли? Да, так я, короче, приземлился. И с этим, с реуганом. И чего рядом со мной уже с автоматом был? 8 человек, просто беги нафиг. Ну да, я понимаю. У меня тоже было. У меня выцеливать нихуя такой. Ну а что, нормально, снимали же в полицию сколько раз. Ну да. Ну, мужик тебе идет. Да я понял. Ну это трио от него, он как бы это, жизненький такой на самом деле. Да он летать не умеет. Поэтому ему всего лишь надо продержаться эти секунды и улететь. Да вот тут летать умеет, да. А, сётик. Хана, мне кажется, уже. Нет. Я живучий гамадрил. Во-во-во-во-во. Вот в этих зданиях их, ну, и ныкайте, не выходи даже из них. Пока они там дальше обстрел ведут. Я мансер, мансуем. Все, не уходи даже из этих зданий. Они сюда не залезут, а если и залезут, то просто... Если залезут, они пешком залезут. Ну? А ты на роботе. 6 игроков. 6? Бля, вот этот... А, сука, напряженный момент, напряженный. Оу! Беги. Да, я что делаю? Просто в другую сторону переходишь и все, и стоишь дальше. Да не надо из здания выходить! Иди обратно в здание! Сука! Ладно. Ну, вот, видел, кто тебе зашел, тебе надо было дождаться. Ну да, момент. На роботе тоже, по сути, зашел. Какое место ты, чё-то не понял? Четвёртое. Блин, там, значит, еще одиночки были. Эх, фигово. Ладно, в принципе, неплохо, чё. Да, бля, пиздец был. 29 тысяч. По-другому и не сказать, на самом деле. Так, ну осталось прям совсем не... Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, оставляйте ваши комментарии, а также ссылка на плейлист будет в описании, потому что по данной игре у меня очень много есть видосов, и я надеюсь на вашу поддержку. Ну, всем спасибо за просмотр, всем пока.